Оперативным штабом в Тверской области в городе Зубцов проведено антитеррористическое учение. В учениях приняли участие представители всех силовых структур и экстренных служб. По сценарию тренировки группа вооруженных мужчин после нападения на сотрудников правоохранительных органов скрылась в лесном массиве. После обнаружения преступники выдвинули неприемлемые для выполнения политические требования и были блокированы. С учетом складывающейся обстановки, руководитель оперативного штаба принял решение о проведении контртеррористической операции. Предпринятыми мерами бандгруппа нейтрализована. По итогам учения выработаны дополнительные меры по совершенствованию системы антитеррористических мер в регионе. Оперативный штаб напоминает, что предотвращение террористических актов во многом зависит от бдительности каждого из нас и своевременного обращения с информацией о подозрительных лицах в правоохранительные органы. Телефоны доверия ФСБ, МВД и МЧС на ваших экранах. Наш следующий сюжет подготовлен МВД России и приурочен к предстоящему празднику – Дню сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации. Уважаемые коллеги, сегодня мы проводим церемонию вручения наград сотрудникам органов внутренних дел за мужество и героизм, проявленные при спасении погибавших. Более чем 300-летняя история российской полиции наполнена яркими примерами доблести и отваги. Во все времена защитники правопорядка смело смотрели в лицо опасности, приходили на помощь в ситуациях, которые казались безнадежными. И делали это не только из чувства долга, но прежде всего по зову сердца. В мероприятии принимают участие представители различных служб и подразделений полиции из многих уголков нашей страны, а также курсанты ведомственных вузов. Каждого из вас можно по праву назвать достойным гражданином России, продолжателем лучших традиций министерства, основанных на верности присяге и своему народу. Самых добрых слов и глубокой признательности заслуживают наши коллеги-женщины, которые наравне с мужчинами рисковали собой во имя спасения людей от неминуемой гибели. Служба в полиции не просто работа. В любой нештатной ситуации, если рядом, пусть даже случайно оказался полицейский, именно на него устремляются взгляды граждан. И он должен мгновенно прийти на помощь попавшему в беду. Для этого мало быть профессионалом. Необходимо обладать силой духа, способностью сопереживать чужой боли, быть смелым и благородным. Ваши героические поступки получили высокую оценку руководства страны и министерства. Перед тем, как будут вручены государственные ведомственные награды, хотел бы поблагодарить вас за ответственное отношение к делу и незаурядные личные качества. Ежегодно в органы внутренних дел приходит много молодых сотрудников. Очень важно, что им есть у кого учиться, есть на кого равняться. Желаю вам успехов в службе, крепкого здоровья, удачи, а вашим семьям благополучия и счастья.